Привет, друзья! С вами снова Виктор Смоли и Ростислав Шапошников. И сейчас мы хотим вам показать маленький экшен, а именно, как живут американские, хотел сказать украинские, американские пенсионеры. Вот такая вот скромная жизнь в Америке. Это чисто городок для пенсионеров. Да, это чисто для пенсионеров, вот так они живут. Сейчас мы покажем на автомобилях, каких они ездят. То есть это, вот смотрите. Идет дедушка. Вон. Дедушка идет с собачкой, прогуливается. Вон на машинках ездят, вот таких маленьких. А вот город... покажи дедушка. Вот, да, вон там. Дедушка, смотрите. Видите? 100 лет в обед ему. Вот. Но тем не менее, как вы видите, все очень красиво, аккуратненько. Вы бы увидели вид, который сейчас слева от нас. Вот. Угу. А, нет, это мы от озера отъехали, да? Да, вернемся. Вернемся к озеру, то есть мы немножко покатаемся и покажем почта, вам. Почта развозит. Вот почта развозит. Вон дедушка едет на этой. Да, дедушка он ездит, мы его не обгоняем. Собачка, видите, и собачка едет. Вот, и дедушка едет, и собачка едет. Вон, смотрите, как прекрасно. Видите, какие города. Вот к чему нужно стремиться. Вот это, знаешь, это я вот показываю американскую жизнь, да, мне тут рассказывают. Да что ты там вот в Украине Порошенко создал, вот. Да. Все классно, Порошенко в Украине рулит. Вот скажите, в Украине пенсионеры живут так, как здесь, в Америке? Вот я хочу просто показать. Это обычные пенсионеры, обычные, никакие не мультимиллионеры. Да, это обычные пенсионеры. Да, это вообще село, мы же находимся в селе. Да, вот смотрите, с собачкой, вон, женщина вышла, бабушка вышла с собачкой. Вот, видите, какая маленькая собачка, подстрижена как, ухожена. То есть, ну, обычные люди, это обычные американцы. Да. И когда ты показываешь, давайте к этому стремиться, давайте как-то, ну, перенимать опыт. И посмотрите, да, как живут в Украине олигархи, да, и как живут простые люди, простые работяги. Пенсионеры с голоду умирают. Мне рассказывают, не трожь наших олигархов, не трожь нашего Порошенко. Порошенко, он знает, как лучше сделать. Люди, вы больные, вы с голоду умираете. У вас просто... Вон американский флаг. Сейчас покажу. Вон, видите, развивается. Люблю Америку. Люблю Соединенные Штаты Америки. Ох. Вот на Audi, вот типичный пенсионерский автомобиль. Вот, вот автомобиль пенсионера в Соединенных Штатах. Все время, я говорю, все время с языка хочет соскочить украинских пенсионеров. Ну, к сожалению... Дедушка. Да, вот дедушка. Хай, хай, хай. Хай. Вот, вот так вот очень просто, незатейливо живут наши американские пенсионеры, наши дедушки и бабушки, наши родненькие вот так вот проживают. Вот, да, вот так вот, вот смотрите, я могу вам, вот, вот такая экскурсия вам по... Чтобы понимали просто, что происходит, потому что, чтобы поняли контраст, да, как вообще люди живут за рубежом и как люди живут в Украине. Да у нас обычные люди, работящие, не могут позволить жить в таких домах, ездить на таких автомобилях. Да. А смотрите. Тут пенсионеры, людям, которым уже по 80... Ой, мотоциклы какие стоят, дедушки ездят. На Харлеях ездят дедушки. Да. Вот. Слушай, а по городку на маленьких машинках передвигаются. А еще ездит, вон еще тоже Харлей Дэвидсон. Класс какой. Слушай, Пассаты. Ой, как хорошо. Ой, как красиво. Смотри, вон такой Шевроле. Да? Да. Он на Лексусе дед ездит, смотри. Да, дедушка на Лексусе ездит. Дед на пятак, бабушка на Лексусе. Да, смотри как. Как скромненько. Американский флаг. Вот, смотрите. О-хо-хо. Я-хо-хо. А вон озеро. Смотрите, какой вид. Друзья, посмотрите, какой вид у дедушек и бабушек. Бассейн там, отдых возле бассейна, спортклуб у них рядышком, прямо на территории спортклуб. Они здесь, они просто наслаждаются. Вы знаете, вот говорят, что после смерти некоторые попадают в рай. Но здесь... Люди попадают в рай до смерти. Потому что Флорида... Во время жизни они попадают. Есть рай и... Да, Флорида рай. Райское место это Флорида. Вот, вот, вот тебе рай. При жизни. Приехала бабушка. Вот. И... Да, 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 да. Бабушка приехала на Кио. На Киа. Вот, смотрите, какие, друзья. Ну посмотрите.
Вот, посмотрите. Вон бабушка, он едет вообще на это. Вот. Ну, смотри, на спортивной тачке ездит. А, вот, сейчас покажу вам красное. А что это у нас красненькое? Toyota. Это Honda. А, Honda. А нет, Mazda, это Mazda. Mazda, да. Mazda MX-5. MX-5, да. Слушай, ну, Ростик. А ты не зря меня сюда привез, я же знал. Не, я просто, понимаешь, я хочу показать вообще контраст, да, контраст. Когда ты видишь, что, что в Украине, да, в Украине пенсионер, бабушка, которая умирает с голоду, идет продавать укроп, петрушку на базар. Да. Это гнида полицейская, патрульный полицейский аваковский, бежит с пистолетом, арестовывает ее, тянет в участок, ах ты ж тварь, что ты продаешь петрушку, ты совершила преступление. Да ты гнида! Попробуй сначала построить нормальные условия для жизни пенсионеров, чтобы не ходили торговать петрушкой, а потом уже требуй. Я просто, знаешь, когда эти ролики смотрю, у меня просто волос дыбом на голове становится. В Америке, а в Америке что? В Америке люди живут нормально. Посмотрите, каких они домах, на каких они машинах ездят, пенсионеры. Зачем им ходить на базар продавать петрушку? Да. Зачем? Знаешь, я публикую это видео, мне рассказывают, ты не трогай нашу полицию, она соблюдает закон, вот так надо избивать пенсионеров в Украине. Вот это, знаешь, так говорят эти парохоботы, это мразь. Меня просто, знаешь, я не могу себя сдержать, поскольку я вижу, как живут в Штатах, да, как здесь полиция работает, как здесь пенсионеры живут. И сравниваю в Украине, говорю, люди, очнитесь, что вы делаете? Вы что, с ума посходили? Вы пенсионеров, вы сбиваете за то, что они укроп на базаре продают? Да. Можете себе представить, чтобы этот дедушка, который ездит на Лексусе, выращивал редиску, редис или... И походил, продавал, что ему есть было, не? И да, походил... или укропчик, и хотел, продавал его на местный рынок. Да если бы он даже пошел, продам, слово бы никто не сказал. Здесь не запрещено продавать. Бери тачку, здесь полно людей. Становись на обочине, продавай персики, там арбузы. Люди продают вообще, а полиция никого не трогает. Это нонсенс. Да. А, сейчас а вы, здесь? Да, сейчас вы увидите украинские флаги. Ну, конечно. А давай хотел еще проехать. Хорошо любить Украину из-за границы. Посмотрите, как любят Украину. Видите, украинские флаги висят. Как нас любите? Вот, любовь к Украине. Да, мы любим Порошенко, Авакова. Вот видите как? Вот, и попробуем, что скажи. Так они глаза выцарапают. Так приезжайте сюда, приезжайте в Украину, возвращайтесь и, пожалуйста, стройте правовое государство. А что батарейка вся? Вот что они строят, вот. Вот где их жизнь. Вот. Ну что, давай заканчивать трансляцию. Америка. Батарейка сядет. Так, друзья, спасибо вам большое. Да, мы заканчиваем, потому что садится у нас. Все, мы будем еще делать трансляции. Батарейка сейчас сядет, потом подзарядим, может, еще включим. Да.